Всем привет! Вы на канале Алекс Дэн Про, и сегодня я вам покажу обзор легендарного героя, который называется Стрелок. Посмотрим, каким он будет в 200 уровне. Для этого нам надо зайти вот сюда, вот алтарь героев, нанять героев и нанять за осколки. Находим тут этого героя, Тессарина, а вот и Стрелок. Итак, вот давайте посмотрим, какой он будет с первого уровня. У него, короче, идет скорость атаки 600, сила атаки у него 4985, жизнь 54885. И скорость 280. У него вот такой вот этот талант, это трюк. А нет, это навык у него трюк. Он наносит урон равный 160% от атаки случайному противнику, снижая уровень получаемого лечения на 2 секунды. Герой получает на 15% меньше урона и вызывает орнитоптер на 12 секунд. Откат 3 секунды, герой получает 25 энергии каждую секунду. Умение орнитоптера нацелено на противника с наименьшим процентом уровня здоровья, вызывает кому на 1 секунду, наносит суммарный урон равный 300% от атаки орнитоптера всем целям противников области. То есть орнитоптер вообще по всей карте, не только в ближайших может целях попасть, а вообще по всей карте. Орнитоптер иллюзорен и имеет 5 уровень разброса, участвуя в оборонительных режимах. Орнитоптер не учитывает радиус базы героев. Теперь давайте-ка посмотрим, какой он будет, какой он у меня пока что. У меня уровень 6 у навыка трюк. У меня он вот такой вот, наносит урон равный 330% от атаки случайному противнику, снижая уровень получаемого лечения на 49% на 2 секунды. Герой получает на 50% меньше урона и вызывает орнитоптер на 12 секунд. Откат 3 секунды. Герой получает 25 энергии каждую секунду. Умение орнитоптера нацелено на противника с наименьшим процентом уровня здоровья, вызывает кому на 1 секунду, наносит суммарный урон равный 300% от атаки орнитоптера всем целям противников области. Орнитоптер иллюзорен и имеет 5 уровней разброса, участвуя в оборонительных режимах. Орнитоптер не учитывает радиус базы героев. А теперь давайте посмотрим, как у него будет навык в самом последнем 10 уровне. Вот уровень 10, он самый последний. Как вы видите, я больше не могу нажать на следующий. В общем, наносит урон равный 550% от атаки случайному противнику, снижая уровень получаемого лечения на 100% на 2 секунды. Герой получает на 90% меньше урона и вызывает орнитоптер на 12 секунд. Откат 3 секунды, герой получает 25% энергии каждую секунду. Умение орнитоптера нацелено на противника с наименьшим процентом уровня здоровья, вызывает кому на 1 секунду, наносит суммарный урон равный 300% от атаки орнитоптера всем целям противников области. Орнитоптер иллюзорен
и имеет 5 уровней разброса, участвуя в оборонительных режимах. Орнитоптер не учитывает радиус базы героев. И вот так вот он будет выглядеть на эволюции. Вот так вот. У меня он пока что без эволюции. У него один облик, который используется. Это стандартный облик героя. И все. Теперь давайте-ка посмотрим, какой он у меня. У меня он пока что только на 8 звездочке, но в конце. Я сейчас ищу значки почета и улучшаю всякие вот эти вот хранилища золота, вроде бы они так называются, чтобы они это, ну, короче, можно было мне добыть очень много золота. У меня пока что тут 83 уровень просвещения, жизнь 3600, атака плюс 112, это эффект рун. У меня тут стоит эта вот руна перекачки, потому что как бы я и этого стрелка использую в основных целях, ну, без этого друида, который лечит всю команду. Так что вот у него тут трюк, это я уже читал. У него тут талант героя Бог войны. Он этот талант повышает атаку на 10%. И карасик у меня еще есть. Он очень хороший питомец, поскольку он также лечит героя. А атрибуты у него пока что 3985 силы. Плюс 2523, скорость атаки 600, жизнь 43000, плюс 35524, а скорость у него 270. Артефакт надо эволюционировать, также в снаряжении, ничего такого интересного. Ну что ж, давайте-ка я вам это покажу. Вот заходим на рейд, выпускаем нашего стрелка и попробуем уничтожить его. Видите, вот эти вот вертолетики, ну, атрибуты они называются. Короче, они невидимые. Видите же, герои их не могут победить. Сейчас он восстанавливается. Это действует руна перекачки. Как бы черепа, он, думаю, тоже может стрелок по-быренькому завалить. И, ну, вы видели? Череп самый крутой герой, и я его по-быренькому завалил. Так вот, по-быренькому мы тут все разнесли. Это был супер удар стрелка. Так, ему пока что надо сделать просвещение. А, ну, сейчас я вам также его могу показать и на королевской битве. Да, давайте кого-то, я сейчас вот так вот создам команду, одного стрелка поставлю. И вот, вот так вот это у меня подействовало. Пробуем уничтожить этих вот. Видите, они орнитоптеры так много урона наносят. Мы с ними за 10 секунд справились. Ну, за 12, какая разница на 2 секунды. Больше. Также мы можем вот тут вот побить. Этих вот. Ну, злодеев.
Оборотня давайте попробуем завалить. И давайте узнаем, что это за сокровищница. Ну тут ничего интересного нет, потому что мы тут просто тратим вот эти вот синие кристаллы, и нам дают какую-то фигню. Так что я не буду там ничего получать. Потому что как бы там, например, может... Мы потратим что-то, а нам выпадет, например, мешок каких-то там синих кристаллов. То есть мы потратили там 5000 синих кристаллов, и нам дают 100 синих кристаллов. Ну, тут вот сейчас мы еще этих вот завалим и попробуем победить того легендарного героя Паладина. И уйдем отсюда. Пришествие демонов. Ну, давайте попробуем. У меня есть такой вот сильный друг Добби. Ну да, я знаю, то, что у меня есть тут еще Вик 2000, но почему-то я с ним пробовал. Ну, не знаю, почему-то у меня не получается. Поэтому я использую Добби. Как всегда, я напрасно время не трачу, а сразу же включаю ускоритель. Бобренькому его уничтожаю. И за одну минуту мы его победили. Нам тут дали награду демона, один мифический сундук рун и 350 красных кристаллов. Ну, 353, потому что нам еще плюс 3 дают, ну, нажимаем ОК и попробуем победить. А хотя надо тогда вот сюда вот попробовать. Ну, давайте попробуем вот этих вот победить. В принципе, тут никого аж прям суперсильного и нету. Думаю, то, что смогу их победить. Сейчас мы их по-быренькому завалим. И уйдем отсюда. Золотой ключ, это самое редкое. В общем, мне тут выдали один золотой ключ и еще синие кристаллы, то есть красный сундучок гильдии. Получили. И еще мы даже получили одну карту выносливости и еще 3 бронзовых ключа. Давайте же попробуем, ну, например, его использовать на экспедиции. Выбираем героя. Ну, на всякий случай возьмем некоторых, просто я еще и не уверен, то, что у меня получится. Там Дрейк, пушкарь такой, ну, старт. Ого, у него есть малышник. Это крутой герой. Ну, попробуем тогда его завалить вот так вот. Эти вертолеты, как бы они сами уничтожаются за 13 секунд. Я только что... Вот, смотрите, я уже убил малыша Ника, крутого героя, одним только стрелком. И поскольку вы опять видите то, что эти вертолетики, они невидимые. Поэтому их никто и не бил. Спокойно высадили, да, вот этих, ну, вот этого вот стрелка, и уже победили 5 героев. Сейчас мы посмотрим, кто это. Гарпи, Капитан Дрейк, Гаргул, этот, не помню, как вот этот вот дьявол и Малышник.
Мы их по-быренько победили тут. И давайте же попробуем тогда его победить на арене. А, кстати, я вам это еще хотел давно показать. То, что если вот тут вот паладин, то как бы, ну, палач точнее, там вообще никого нету. Смотрите, заходим и кто защищает этот кристалл? По-быренькому делаем супер удар, получаем 140 значков патча. Вообще супер круто. Ну и что-то у меня еще есть такое. Ну, не знаю, что можно вам тут еще показать. Давайте-ка попробуем его на подземельях. Подземелье 8. Попробуем кого тут вот. Атака. Надеюсь, то, что у меня получится победить одним только стрелком. Видите? Это руна перекачки таланта действует сейчас. Плюс 795, плюс 1028. Моему по-быренькому так вот жизни дается. Также его лечит и карасик. Ему еще ничего не сделали. В подземельях самых последних. Вот тут уже всех перебили. У него скорость такая же, как и у черепа. Только вертолетики немножко побыстрее двигаются. Ну да ладно. И вот, мы уже победили. Пробуем тогда зайти на жестокое. Ладно. Ну, тут надо исправить на 3 огонька. Ну, наверное, у меня получится победить. Тут никаких сложностей нет. Тут все герои очень слабые. Только вот эти вот все пушки, эти магические шары, блин, башни стрелковые. Это самое плохое. Не, ну даже на жестоком подземелье нам ничего не могут сделать. Все эти башни, хорошо прокачанные пушки, шары магические. Вообще ноль урона. Также он еще и пополняется как быстро. Ого, увидели? 5000 добавил. Еще 5000. Ну, пока что у него тут отобрали немножечко жизни, но он по-быренькому восстанавливается за счет этой руны перекачки. Ну, почему именно руна? Можно, например, и талант поставить, но если будет и руна, и талант, то они, ну, не будут усилять друг друга. Тогда как один будут работать. Так что у меня пока что стоит талант бог войны, а руна, это руна перекачки таланта стоит. По-быренькому все уничтожили. Даже на жестоком подземелье 3. Ну, в общем, что тут такого еще можно показать? Можно еще? Ну, например, давайте еще пойдем на рейд. Ого, смерть появляется. Она нам совсем много. Ну, не так же прям, чтобы ее очень много жизни снимает. Но я по-быренькому уже восстанавливаюсь. И одним стрелком уже прошел этот уровень практически. Видите, тот же самый череп, который, ну, люди пишут, что он самый сильный герой, вообще ничего не наносит нашему стрелку.
понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал Алекс Дэн Про. Пока!